Специалисты отдела занятости и социальных программ опровергли информацию про выплаты для многодетных матерей. На днях в мессенджере WhatsApp началась массовая рассылка сообщений. Якобы к Международному женскому дню женщинам перечислят до 100 тысяч тенге. Для получения выплат неизвестный автор рекомендовал женщинам до 20 февраля принести расчетные счета в Центры занятости и социальных программ. В сообщении говорится, что материальную помощь к празднику получат многодетные, те, у кого есть медали Кумыс и Алтын-Алка и ордена Ана-Данкы. При этом конкретных данных, к какому городу относится обращение, не указано. В Балхаше больше 10 человек уже обратились за оформлением несуществующих выплат. Специалисты соцотдела опровергли информацию. Просим не верить недостоверной информации. Не нужно приносить номера счетов и документов. Ежегодно к празднику, согласно данным ГЦВП с местного бюджета, этой категории жительниц выплачивается по 5 тысяч тенге.